Сегодня Франко будет готовить свое фирменное ризотто с грибами. Ну, очень вкусное. Франко будет готовить сегодня ризотто из трех видов грибов. Чем больше видов грибов вы возьмете, тем вкуснее получится ваше ризотто. Но обязательное условие, что в этом ризотто должны быть белые грибы. Вот это у нас белые сушеные грибы. Рис, лук, чеснок, черный перец, соль, немного вина, конечно же, куда итальянцы без вина, оливковое масло и тертый сыр. Сушеные грибы обязательно нужно размочить, поэтому Франко заливает их горячим кипятком. Оставляем в кипятке эти сушеные грибы минут на 15-20. Пока сушеные грибы разбухают, Франко будет нарезать свежие грибы. Теперь Франко подготовит лук и чеснок, мелко их нарежет. Начинаем обжаривать лук и чеснок на оливковом масле. Прошло 20 минут, и смотрите, Франко теперь достает их, выжимает воду и мелко их нарезает. Все грибы подготовлены, нарезаны. Посмотрите, вот эту воду, где были сушеные грибы замочены, Франко не будет выливать, он будет использовать эту воду для приготовления ризотто. Это придаст дополнительный аромат нашему блюду. Теперь все три вида грибов добавляем к обжаренному луку с чесноком. Прямо сейчас можно посолить и поперчить эти грибы. Прошло 10-15 минут. Посмотрите, грибы с луком поджарились немножечко. И теперь добавляем рис. Заливаем стаканом вина. Можно, кстати, и белое, и красное вино. И ждем, чтобы вино немножечко упарилось. Как вы видите, вино все выпарилось. И теперь можем добавить вот эту жидкость, в которой были замочены сушеные грибы. Время от времени перемешивайте обязательно и добавляйте воду по мере необходимости до полной готовности риса. Консистенция этого ризотто должна быть кремообразная, примерно такая, как сейчас, только рис должен быть готов. Когда рис будет полностью готов, добавляем масло сливочное. И в самом конце добавляем тертый сыр. У нас сыр пармезан, можете добавить любой сыр по вашему вкусу. И перемешаем, конечно же. На этом наше ризотто готово. Перед тем, как подать ваше ризотто, добавьте нарезанную петрушку в вашу тарелку. Вкуснейшее ризотто с грибами по-итальянски готово. Обязательно попробуйте. Я уверена, что вы просто влюбитесь в это ризотто. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.